к нам на лучше всех как знаток ментальной арифметики. Ну, расскажи еще немного о себе. Ты в школу пошел уже? С 5 пошел. Ты что, с ума сошел, что ли? Зачем? В 5 лет ты в школу пошел? Да. И как тебе там? Понравилось? Это по разрешению Министерства образования. То есть Министерство образования Республики Беларусь узнало содержание твоего стихотворения и разрешило тебе уже идти в школу? Да нет, тогда еще не выдумывал это стихотворение. Это произошло в результате психологической травмы, когда 5-летний ребенок попал с 7-летними в 1-й класс, да? Я был слишком умный, чтобы в садике быть. То есть это не столько тебе разрешили пойти в школу, сколько поняли, что больше...